Друзья, вот мы и прибыли на остров Оранж. Телефон меня зарядили. Посмотрите, тут качели. Вот наша группа уже идет. Вот он остров Оранж Бэй. По-моему, так он называется. Короче, оранжевый остров. И тут такая чистая вода. Офигеть. Просто. Вон там тоже вдалеке качели. В общем, это очень красивый остров. Там два человека с яхты на Парадайз захотели, остальные все на Оранж. Ну, я, в принципе, хотела на Оранж, я не хотела на Парадайз. Вот. Наконец-то возобновляю вот таким хорошим поводом свою деятельность в YouTube. Съемкой. Вот с таких вот прекрасных мест. Просто, знаете, там обзоры какие-то. А вот как классно. Блин, а я так рада. Я смотрела уже видео, мой идет. Вот как тут замечательно, видите? Я хотела, кстати, сюда попасть. Хотела сказать, что я смотрела обзоры, что тут очень красиво. Так, куда-то мы пришли, стоим тут. Стоим. Гифтун. Он еще называется остров Гифтун. Так, сейчас мы вот тут вот где-то куда-то направляемся. Без понятия куда. Но куда-то мы идем. Так, вот такие здесь лежаки. Я не знаю. Ну открывай, пей. Спасибо, сказал? Да, спасибо. Иди скажи. Иди скажи спасибо. Так, короче, располагаемся здесь. Тут такие эти навесы прикольные. Иди спасибо скажи. Виталик, спасибо сказал, нет? Виталику дали пепси. Спасибо. Пошел спасибо сказать. Так, вот мои вещи, я располагаюсь здесь. Ты так будешь ходить в кофте здесь? Купаться пойдешь? Тут есть качели. Тут есть качели две штуки. Нет! Телефон взял. Нет, телефон нельзя. Вот. Какой здесь классный песок. Мы уже пришли. Так, ты кофту снимай. И мы сейчас пойдем туда с тобой. Мы уже ходили на пляже. Ну так купаться же ты будешь? Ты не будешь купаться? Я не люблю. И ты не будешь купаться? Ой, смотрите, там сердечки, все в этих сердечках фоткаются. Смотри, сердечки. Вот там вот качели есть, видишь, впереди. Впереди, видишь, качели. И вон там еще есть, еще там. Да, еще там двое качелей есть. Вот, тут такие еще классные виды. Вот, собственно.